Треба звертати компанію! Що робимо? Боже! Ночо! Я буду Майнкрафт, это детище мое. А кто же ты такой? Ты просто ничего. За мной повторить даже никто не смог. Я сделал этот мир и не слушал никого. Ты типа мой брат, и мне даже не бро. Строишь пирамиды и пугаешь народ. Ты выдумал тем, у кого Дауна синдром. Он же просто идиот. Что ты там сейчас сказал? Себя как тупик показал. Я есть ужас, я есть страх. С белым цветом в моих глазах. Я пугаю всех, меня все боятся. От меня нельзя так просто отказаться. Ты жирный, похож на бомжа. И в твиттер пишешь, как тупая пиз. Что это? Все? Я сплю? Да я твой брат, бойся меня. У меня нет брата. Жена, чмо, забыл меня? Тогда тебе конец, пять. Чего? Так пошел, как ты, на. Ха-ха-ха, ты испугался меня. Как же громко кричал свинья. Послушай, я все же не миф, а тебя лил. Уже позабыв, помни только меня и Майнкрафт. Шоколада подтвердил. Да-да, он прав. Что насчет меня? Я кручу всех и давно переплю любую успею. Без слова, за богу Майнкрафта, повелителя стива и квадратного ландшафта. Вы слышали? Или мне показалось? Или вас проглючило самую малость? Ты так же нереален, как не быть банкротом. Джефф, ты скажи, покажи-ка пример. Ты слышал глюк? Рыжий, повтори. Да будет Майнкрафт, да будет металл. Что за херню ты сейчас сказал? Ладно, не важно, не в этом суть. Хочешь быть частью Майнкрафта, забудь.